Улыбнитесь, на дороге работает новогодний патруль. Андрей Карпов – водитель со стажем, за рулем более 40 лет. Но впервые за эти годы его остановил на дороге не сотрудник госавтоинспекции, а самый настоящий Дед Мороз. Андрей говорит, неожиданно, но приятно. Водителям хочу пожелать, чтобы правила дорожного движения не нарушали. Когда человек садится за рулем, это у него очень большая ответственность. Вот. Он не только за себя отвечает, но и за других. Поздравили и Анастасию Доколь. Настя – мама двоих детей, которым она как раз везла домой елку. Я хотела бы пожелать им, чтобы они не думали не только о себе, о пешеходах, о других участниках движения. Такие акции сотрудники ГИБДД проводят ежегодно. Одевшись в костюмы сказочных героев, останавливают водителей, чтобы лишний раз напомнить о правилах дорожного движения и дарят сладкие подарки. Самое главное, конечно же, безопасности на наших дорогах. Всегда зеленого света. Самое главное, крепкого всем здоровья. Удачи в новом году. На прощание Дед Мороз и Снегурочка пожелали водителям быть аккуратнее на дорогах, особенно в предстоящие праздники. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Максим Гусев. События.